Хочу, чтобы вы меня знали. Онкологическое заболевание у Лидии Кошелевой диагностировали в предпенсионном возрасте. Женщина прошла обследование и получила курс лечения. У нас это бич, да, вот это, что онкология Северо-Казахстанской области, надо что-то делать. Потому что он омолодился, даже детей жалко. Дети мои, ладно, мы уже как пенсионеры, а дети маленькие, очень жалко. Вот поэтому надо что-то предпринимать, чтобы молодняк, молодое поколение, чтобы не было больным. Жизненная ситуация бывает. Эта пациентка диспансера не хочет, чтобы о ее диагнозе узнали другие. Она считает, что причина болезни – неблагоприятная экологическая обстановка. Опухоль грудной железы я обнаружила случайно. Сразу обратилась в поликлинику к врачу-онкологу. Прошла маммографию, и в декабре этого же года мне сделали операцию. Я знаю, что наша область лидирует, особенно Исильский район прогрессирует. Я сама родом из Исильского района. Из разных источников, интернета и СМИ я это знаю. Мы думаем, что всему виной экология и экологические проблемы. Местный ученый-исследователь подтверждает, что число онкологических больных растет. Профессор Наталья Белецкая, изучавшая влияние экологии на заболеваемость, приводит несколько факторов, способствующих росту числа больных. Это продукт, значит, вот, который выделяется радиоактивными элементами. Вот. То есть радон, ну, по праву считается одним из таких факторов, а у нас он явно присутствует. Врачи говорят, что Северо-Казахстанская область лидирует по количеству онкобольных в Казахстане. Руководство онкологического диспансера связывает это с демографической картиной. В регионе много пожилых. Мы стабильно занимаем первое, второе место как бы в республике. Хотя в абсолютных числах, да, то есть, ну, как бы это случаи, то есть они практически стабильные остаются, то есть это в пределах 1700-1800 с небольшим человек в год. Но в связи с демографическими процессами, то есть процентное отношение, естественно, к, ну, к 100 тысячам населения меняется. По данным медиков, в 2015 году онкологические заболевания унесли жизни 16 тысяч казахстанцев. Ежегодно около 1500 женщин в стране умирают от рака молочной железы. Нургуль Алина, Токмолда Кусаинов, Азаттык ТВ.